Спортсмены грязи не боятся, а вместе с ней пыли, плохой погоды и даже порывистого ветра. На протяжении 9 этапов областного чемпионата по мотокроссу гонщикам приходилось испытать на себе буквально все. Поэтому холодная погода и дождь нисколько не сбили настрой кроссменов. Первыми Корниловскую трассу разрыхлили мощные мотоциклы с колясками. Спортсмены 15 минут преодолевали подъемы и спуски извилистой дистанции. Не всегда путь складывался гладко. Два экипажа и вовсе покинули гонку из-за технических причин. Победителями обоих заездов стали многократные призеры российских соревнований по мотокроссу «Смагин» и «Лейс». Профессионалы на этот раз ехали вне зачета, потому что «Лейс» участвовал сразу в двух классах и выбрал для присуждения очков личный зачет в открытом. Но это не помешало участникам профессиональным взглядом оценить трассу. Мы ставричанки, у нас трасса российской категории квалифицирована. Дай бог, чтобы здесь все это также подтвердили, где-то добавили, где-то убрали. Слов нет, трасса хорошая, гоночная. Самым массовым заездом стал, безусловно, тот, где объединились представители хобби открытого класса. Мощные мотоциклы и опытные кроссмены. С первых же секунд они набрали высокие скорости на виражах. Но идеальный обзор трассы был доступен только первому номеру гонки. Остальным пришлось сбрасывать маски и стараться не потерять равновесие обзор. Лучше всех справились с задачей амич Андрей Будалин, обошедший всех конкурентов в открытом классе. А в хобби победил Абайсат Ибалдинов из Оконечникова. Я считаю, что вот наша трасса одна, наверное, из лучших в области. Поэтому сегодня, вот, правда, вот немножко погода, может быть, не совсем удачная. Но я смотрю, что ребята настроены. И думаю, что сегодня данное мероприятие удалось. Почему? Потому что видно, значит, блеск в глазах. До блеска натирали спортсмены свои байки в перерывах между гонками, очищая колеса и корпус для следующего заезда. Такая подготовка, правильный настрой и 8 лет тренировок сыграли решающую роль в победе 11-летнего Никиты Петрова. Он сделал то, что не удается подчас профессионалам, обогнав своих конкурентов-юниоров на 3 круга. Мне удалось достичь такого результата, потому что я постоянно езжу на сборы в другие страны и города. Скажи, ну вот мотокросс такой вид спорта, чего он требует от спортсмена? Полного погружения вообще? Сколько ты времени на это тратишь и как это меняет твою жизнь? Мотокросс от спортсмена требует физическую подготовку и мастерство. У меня на это уходит вся жизнь. Малышины мотоциклов 50 кубиков завершали гонку. Пятиминутная езда по небольшому кругу вызвала самое большое количество эмоций у болельщиков. А сами мотокроссмены держались спокойно и следили за дорогой. Юные экстремалы завершили мотосезон, по итогам которого наградили самых лучших спортсменов региона в 7 классах. Чемпионат был длинный, очень много было интересных гонок, как зимой, так и летом, и в дождь, и в грязь, и в сухую погоду, и в жару, Очень, конечно, я рад, что по сумме этапов мне удалось победить. Больше всего побед и очков на протяжении 9 этапов Омского чемпионата среди самых юных участников набрал Иван Огородников. В классе 65 кубических сантиметров первое место занял Добрыня Луговой. В категории 85 кубических сантиметров победу одержал Максим Копылов. Чемпионом среди юниоров оказался Павел Попов. В открытом же классе этот титул получил Иван Костюков, в категории хобби – Александр Петров. Сильнейшими в классе мотоциклов с колясками стали Леонид Курдюков и Евгений Дмитриев. А лучшей командой сезона признана авторская школа Омского района «КГБ Рейсинг».